Всем привет! Всем привет! Меня зовут Александр, это моя девушка Юля, и у нас скоро свадьба. Познакомились мы довольно-таки необычно. Я не знала, чем себя занять, поехала с подругой на футбол. Там я встретила Сашу, он меня поразил своей игрой. Это была любовь с первого взгляда. Но почему-то я подумала, что у него есть девушка. Я подумал, что у Юли есть молодой человек, вот, но оказалось все иначе. И Юля взяла инициативу в свои руки и сделала первый шаг. Потому что Саша был довольно-таки стеснительным парнем. Все было романтично, он приглашал меня на свидание, дарил цветы каждую неделю. И вот через месяц, 11 мая... Я предложил Юле встречаться. Вот, а буквально через пару месяцев я пригласил Юлю в ресторан и сделал предложение. I'm sorry, I'm really a mess right now. I'm trying my best to get it together somehow. I can't stay this way, light up in this pain that you left me. I'm unraveling, looking for things that'll never be. Stars fade away, they just crash into space, disappear. Свадьбу проходили очень легко, потому что мы хотели провести этот день вдвоем, но когда об этом узнали родители, все пошло не по задуманному. Теперь мы с нетерпением ждем родителей и этого прекрасного дня. Очень сильно любим друг друга и надеемся, что это на всю жизнь. Все. Me fall for you. I can erase you and forget you, but I can't undo you. You're the hand I can hold, the words I'm not told when I'm lonely. And I don't want you back, I just wanna have what you took from me.